Диплом второй степени, телеграмма с поздравлениями от министра образования и огромное количество идей, которые можно реализовать в своей школе. С таким багажом Айдар Шамсудинов вернулся из Первопрестольной. Участие в конкурсе «Директор школы 2016» – это уже большой подарок судьбы, говорит директор. Конечно, у меня уже есть то, что я сегодня обязательно вечером, когда мы заучимся, сядем с моими, обговаривать все моменты, я поставлю, и новые планки задачи, я думаю, будут в школу наполниться. Теперь его задача – помогать своим подчиненным оттачивать мастерство преподавания. Эту задачу выполняет по принципу «покажи на своем примере». Такая методика дает свои плоды. Около 10 лет назад своим упорным трудом Айдар Шамсудинов добился того, чтобы 165-й школе присвоили статус с углубленным изучением английского языка. Для того, чтобы создать такую школу, нужно было вложить достаточно много сил. И, естественно, когда мы смотрим на желание молодого директора, желание работать, вносить что-то новое, это появляется искорка, появляется в дальнейшем огонь. Ну и, естественно, получаем что-то новое и интересное. Good afternoon, boys and girls. Good afternoon. That's very nice. Sit down. Чтобы не забыть, что такое преподавательский труд, руководитель школы и сам каждый день берет учебники и отправляется учить детей английскому. Таблица неправильных глаголов, непростые английские времена и артикли. Язык меняется каждый день. Учителю нужно учиться ежедневно. Чтобы доказать, что все возможно, и преподавание, и административная работа, Айдар Шамсудинов и поехал на конкурс. Раз ты директор школы, ты прежде всего работаешь с детьми и работаешь с педагогическим коллективом. Поэтому ты должен быть прежде всего в свое время директора Сухомлинский, выдающийся российский педагог, говорил, что советский педагог говорил, что учитель, директор – это учитель учителей. Обойти около 350 конкурентов было несложно, признается директор. Эссе по пути управленца, видеоролик о работе и много-много импровизации на научном этапе. Это было самым сложным, говорит Айдар. Нужно было ответить на каверзные вопросы в режиме онлайн. 2 минуты на обдумывание, чтобы убедить большое жюри, что ты лучше в своей работе. В школе встречались сегодня утром с плакатами и с криками ликования. Альмир Низамова, Марат Зайдулин. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.